Сегодня на волю отпустят 10 кудрявых пеликанов, которые оставались на зимовку в Барнауле. Напомним, осенью прошлого года в Алейском районе волонтеры и специалисты краевого Минприроды спасли 6 особей этих краснокнижных птиц. Предположительно, они сбились с пути на юг во время сезонной миграции и рисковали замерзнуть. Их доставили в Барнаул и разместили в специальном питомнике. Позже к ним присоединились еще 3 особи, спасенные в Угловском районе, и одна из Кемеровской области. Теперь, с наступлением теплых дней, орнитологи решили, что больше жизни пеликанов ничего не угрожает. Сегодня их вывезут на озеро Кабанье, что в Бурлинском районе. Подробнее о том, как экзотические птицы вновь обрели свободу, смотрите в одном из ближайших выпусков.